Свитолина, Плишкова. Обзор полуфинала в Брисбене. Элина Свитолина пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене. Украинка Элина Свитолина добыла волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинальном матче турнира в австралийском Брисбене. Данное противостояние выдалось нелегким для обеих спортсменок. Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Элина Свитолина, Каролина Плишкова в Брисбене. Ранее сообщалось, что обводящий удар Свитолиной признали лучшим в полуфиналах турнира. По материалам сайта news.com.